Лучшие из лучших. Несколько школ, гимназий и лицеев Чувашии вошли в число 500 лучших школ России. А третий лицей и вовсе пробился в топ-25. Сегодня с руководителями и учениками этих образовательных учреждений за круглым столом встретились глава республики, министр образования и другие представители власти. Лучшими 12 школ Чувашии стали благодаря результатам ЕГЭ и Олимпиад. На вас будут равняться все, а за лучшими будут подтягиваться те, которые еще не смогли подняться на тот уровень. Наша задача, конечно, дальше двигаться только вперед. Планку не имеем права отпускать. В городских и сельских школах созданы равные условия для обучения школьников. Но среди лучших в этот раз почему-то только городские образовательные учреждения, отметил министр образования. Как мерить образование и чем? Довольны ли молодые люди тем, что они получают в своих школах? И чего не хватает ученикам и преподавателям в образовательном процессе? Эти вопросы обсуждали за круглым столом школьники, руководители образовательных учреждений, с главой республики, министром образования и другими представителями власти. Директора и ученики школ предлагали свои варианты, как можно сделать так, чтобы все дети с удовольствием учились и достигали хороших результатов. Мне кажется, что можно подумать о таком показателе, как реализация профессиональных стандартов, то есть поступление в техникумы, в училище. Средняя обычная школа, замечательная, где созданы хорошие условия, где она, возможно, ведет хорошо профессиональную профориентацию, дружит с техникумами, показывает условия вот этого технического образования, и ребятки туда поступают. И нужно смотреть вот этот показатель. Главу республики интересовали не только успехи в учебе, но и отношение к семье и семейным ценностям. Молодым людям, несмотря на их юный возраст, не чужды подобные понятия. И высшее образование – не единственная цель выпускников. Но все они беспокоятся о своем будущем. Ольга Антонова – ученица 4-й гимназии. Год проучилась в Америке, побывала в Италии. Имея возможность поступать в другие вузы нашей страны и мира – какую причину вы мне можете назвать, чтобы я осталась в Чебоксарах и поступала в ЧГУ, например, на юридический факультет? Если вы действительно и искренне любите свой город, вы должны вот без условий, да, остаться в родном городе и делать то, чтобы сидеть и оставались здесь. Школьники отметили, что очень важно всестороннее развитие, социальный опыт, который они получают в ходе общения с различными специалистами, учащимися других школ, стран. Все предложения ребят и руководителей школ, глава республики и министр образования взяли на заметку. Закончился круглый стол награждением лучших учеников лучших школ. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.